Привет, друзья! С вами Варчик. В этом видео я с вами хочу поговорить про балансировщик. Был себе такой вот балансировщик в картошке все время с какими-то мелкими проблемами, типа брелков, типа взводов изо рты. И разработчики решили это пофиксить. Да так пофиксили, что выпустили в патче 9.18 новый балансировщик с шаблонами, в идеале которого стоял шаблон 3.5.7. Допустим, 3 танка 10 уровня, 5 танков 9 уровня и 7 танков 8 уровня. Ну, так сказать, чтобы всем была возможность чем заниматься в бою. Десятки, если попали в топ, нагибают. Девятки, в принципе, всегда в комфорте были при любом балансировщике. Им ни холодно, ни жарко, что бы там с балансировщиком не происходило. Ну а восьмеркам самое главное, чтобы было чем заниматься в бою, потому что они иногда в старом балансировщике попадали в такие бои, где были одни десятки, а восьмерок почти не было, и им было тяжело. И вот разработчики это пофиксили, все эти проблемы, выпустил в 9.18 балансировщик с шаблонами. Ну и вся эта фиксация привела к тому, что этот шаблон 3.5.7 очень шикарно зашел и сделал такую вещь, что теперь восьмерки и шестерки играют всегда внизу списка. Они почти не видят других боев, кроме как внизу списка. Да, им в каждом бою есть с кем пострелять, но у них нету боев, в которых бы они могли расслабиться. У них все бои жесткие. Поэтому премданки в последнее время играются крайне отвратительно, поскольку они находятся на этом самом восьмом уровне. Самые жирные премданки картошечки. И вот картошечка не остановилась и начала работать над новым балансировщиком, а точнее улучшать балансировщик с шаблонами. Рассказали разработчики в своем видео про балансировщик, что все это из-за того, что очередь перед боем изменилась, поскольку балансировщик набирает людей из очереди, которые нажали в бой и ждут своего боя и отправляют в бой. То изменение этой самой очереди привело к тому, что балансировщику пришлось кидать всех чаще вниз списка, поскольку если бы он этого не делал, люди бы просто сидели бы и ждали бы своего боя, которого нет. Поскольку людей на восьмерках много, их нужно куда-то отправлять, а кроме как вниз списка отправить их некуда. Поэтому разработчики придумали добавить еще шаблонов в этот балансировщик. И шаблоны будут такие. Разработчики планируют добавить в игру систему динамических шаблонов, как для двухуровневых, так и для трехуровневых боев. В будущем возможно появление следующих шаблонов. 7-8, 6-9, 8-7, 4-11 для двухуровневых. 4-5-6, 4-4-7 и даже 5-5-5 для трехуровневых боев. Таким образом у нас увеличится количество танков, которые попали в топ. Тем самым проблема очереди будет решаться балансировщиком следующим образом. Если танков, допустим, 10 уровня в очереди много, то оно в топ закинет больше десяток, тем самым разгрузит этот уровень. Если девяток много в очереди и их некуда девать, то девятки попадут в топ тоже в большем количестве. Если восьмерки, то восьмерок больше. Таким образом балансировщик сможет разряжать тот уровень, на котором очень много игроков, и сувать их в бои равномерно. При этом попадать все будут более-менее в топ чаще, чем сейчас. Раньше очередь была такая, что восьмерок было сильно много, а девяток и десяток намного меньше. Но сейчас очередь таким образом поменялась, что десяток стало намного больше, чем было раньше. Но все же еще восьмерок больше всего. Поэтому пришлось изменить разработчикам балансировщик. Новый балансировщик сможет выбирать различные шаблоны для техники разных уровней для поддерживания оптимального баланса всей системы. При этом он сможет быстро приспособиться к текущей ситуации в очереди, учитывая многие факторы. Выбор в пользу конкретного шаблона будет сделан в зависимости от количества танков в очереди и их уровня. Техническая часть архитектуры готова и уже успешно прошла тестирование. В ближайшем будущем, после дополнительных улучшений и технических настроек, мы запустим новый балансировщик на одном из основных серверов. В первую очередь проверим стабильность и отказоустойчивость нового балансировщика в реальных рабочих условиях, а также соберем данные о распределении техники в боях и настроим шаблоны.
По завершении тестов мы тщательно проанализируем полученные результаты и ваши отзывы. Если будет уверенность, что новый балансировщик повысит качество боев, мы запустим его и на другие сервера. Вот такие вот хорошие новости. Надеюсь, это все хорошо заработает, поскольку играть на восьмерках крайне отвратительно. А там куча премтанчиков, которым всем интересно и на которых хочется фармить серебро и набивать отметочки. Но сейчас это делать крайне отвратительно. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.